Друзья, решили мы заехать посмотреть на Национальный университет биоресурсов, кафедра вот пчелиноводства Нестерводска, кафедра пчеловодства и коневодства, которые многие о нем часто вспоминают на форумах об этой кафедре. И нас Денис Фадеев привез сюда глянуть. Вот тут стоит трехугольный улей, вот такой. Кафедра. Ну и сумочку, ё-моё. И вот мы, конечно, без приглашения. Может, нас сейчас и наругают. Но, тем не менее, это вот Национальный университет биоресурсов и природокористування Украины. Голосіївська навчально-дослідна пасіка. Вот тут, не знаю, не наругают нас. Есть ульи, пчелы. Вот, сними. Пасеку. Вот. Тут у них там на Плевском парке, знаю, насколько. Где? Видишь? Ну там у них бывает. Просто хочешь пройдись туда. Ну я боюсь, чтобы нас не наругали. Пройдись. Ну, пчелки, друзья, есть в кафедре. Это уже хорошо. Есть вот такие какие-то черепа. Мистические, которые, я считаю, на пасеке они точно не нужны. Да, Санёй? Как ты считаешь, должны на пасеке такое быть? Я тоже считаю, что это не... Хотя... А, ну... Волки съели. Не, это же кафедра коневодства, что же, пчеловодство. Тогда должно быть. Ну, главное, что есть пчелки. И, в принципе, нормально. Поилочки. Сейчас кто-то нас наругает, наверное. А ты уже здесь раз сказал, никто здесь не ругал. Да я переживаю, я не люблю так. Ну, не знаю, кусты. Ну, ульи есть, друзья. Ульи есть, пчелы есть. Это уже хорошо. Ну и, говорят, там нуклеусный парк. Красиво, беседка. Ну и тут нуклеусный парк. Ну, это какой-то не нуклеусный парк. Это какая-то бутафория. Да, бутафория. Самая настоящая. Ну, зато есть апидомик, в котором есть пчелки. Вот. Апидомик. Ну, заходить не будем, потому что пчелки летают. Вот поилка, на которой вода не бежит. И вот родственники пчел, родичи бджіл. Осьмия руда, рогата. Это осьмии тут типа. Ну и, конечно же, нет. Да нет, что-то летает. 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 Вот тут. Вот так сделано. Ну, в принципе, ничего так. Вот такой красивый улей. Вот красивый. Красиво. Начально. Лабораторный корпус кафедры конярства и бджільництва. Ой, собачка. Сейчас вкусит меня. Акация, друзья. Смотрите. А, это не акация. Тут я. Туристы? Та решили до вас в гости. Нельзя до нас. А? Можно. А, тоді ми пішли. Тоді ми нічого, ми так приїхали на виставку, на это. Так що, раз нельзя, тоді йдемо. Ми решили подивитися, потому що на многих форумах
часто вспоминают эту кафедру. Это надо в рабочий день, когда ковыри руководство. С разрешением. Тоже, да. Все, вопросов нету. Так у нас со спиной надо. Да, да. Меня уже все арестовали. Да, выкупайте. Ну, здравствуйте, наши мы стучали. Кто? Маток продаете? Ну все, друзья. Поехали мы. Короче, нельзя. Шпионаж, говорят. Пока.